становится больше, к тому же снизился возрастной порог. Теперь наркотики употребляют и 12-летние дети. Связано это с большим предложением в интернете. Самые популярные наркотики у молодежи – это гашиш и марихуана. Не уступают и курительные смеси. В районе все службы бьют тревогу и совместно борются с бедой. Устраняют надписи о продаже, вместе с правоохранительными органами проводят антинаркотические мероприятия. На данный момент на учете в наркологическом диспансере стоит 481 наркоман. Из них 9 – дети. 55 подростков-алкоголиков проходят лечение. Ситуация с наркотиками, согласно мониторингу, оценивается как тяжело-кризисная. Мероприятие сейчас разрабатывается аппаратом антинаркотической комиссии, направленной на стабилизацию наркоситуации в Пушкинском муниципальном районе. Подготовлен перечень мероприятий, активизированный на широкую пропаганду, прежде всего на размещение роликов социальной направленности, а также подготовки правоохранительных органов на стабилизацию ситуации.